В расход, блядь. Кого в расход? Да всех. Окей, где вы находитесь? Да нет, не своих только. В смысле ты сказал всех? Сука, вы сказали всех в расход, но вы можете нормально тогда объяснять все? Чего? Мне сказали в расход, я спрашиваю кого, они сказали, ну вы сказали всех, я такой, окей, где вы, решил вас в расход пустить. Я никого пустить. Не говорил. Ну тогда кто-то другой говорил, Мандаринка, это ты был, например, наверное. Класс Д в расход. Я только нашел. Ну ладно. Да. Ой, доктор, здрасте. Он свой. Здравствуйте. Он свой в доску, да, пускай он там ходит, чай пьет. Ой. Д в расход. Нет, все. Беги, сука, беги! Доктор, беги! Доктор, спаси! Все, доктор, спаси! Открывай! Открывай! В расход говорили, а не в расход! Кто тебе он шел? Че, пацаны, как вам Никитка? Какой еще Никитка? Че-то Максим был? Это Максон, что ли? Дед Максим. Бля. Ой, нет, на меня, беги на него! Да я-то при чем? Уходим! Тактическое отступление по РП. РП-10, я отступаю. Закройте дверь! Дверка! Его дверь-то не остановит. Да стреляй по ним, стреляй. Ну конечно. Пули его не убьют. Зато нам будет спокойней. Все, он не отстанет, блин. Это тупик, блин. Какой тупик? Успокойся, все будет нормально. Ищите годный паблик с мемами по SCP, тогда ссылочка в описании. Да, ему фиолетово. Тупик. Все, хана, на. Все. До свидания. A little bit spicy. Нет. Мои братья умерли за меня. Короче, активирую боеголовку. Все, я, короче, нет. Все, пока. Просто нет, я вас всех с собой заберу. О, все. У меня патронов нету, все. Фу, свои вы, пришли. Блядь, напугали. Че пугай? Дурики, сука. Во-первых, Макси, кто напугал? Брай, признавайся, ты напугал этого алкоголика? Чего? Кто, блядь, Мурюк, куда он? Это был я, прости, это был я. Я не думал, что это все к этому приведет. Ой, доктор, фу. Здорово, Никитка. Предлагаю его называть его Никитка. Нет, лучше не надо. Доктор 049, как поживаете? Все ли с вами хорошо? Надеюсь, что да. Потому что у нас все очень плохо. Бежим. Уходим. И вы тоже спасаетесь с нами. Ой, там что-то. Доктор, вы нам не поможете. Вы нам не поможете, доктор, там, короче, ой, все. Да-да-да, нам доктор не поможет. Нам уже ничего в этой жизни не поможет. Давай, что ты ждешь? Как он там оказался? Сука, телефон, видишь, что ты сделал? Ну я не знал, что одна рюмка так все так закончит. Доктор, беги! Максимка разбушевался, блядь, кот красный, Максим разбушевался. Никита, короче, все, Никита его даже не успокоит. Меня пожалуйста, меня. Спецназ! Там, вперед, в офисных помещениях, там жопа. Ну как вы выжили, блядь? Я не знаю. Все, отходим. По своих стреляете. Опять эта хуйня! Вызови лифт! Жди нас, жди, там нормально, мы успеем, мы успеем. Чего? Что? Серьезно? Кто этот герой? Кто этот герой? В белом халате ходит. В смысле? Как? Я не понимаю. В смысле? От чего он умер? От приступа, что ли? Ну, мы, короче, можем им за их уже молиться. Все. Да и не молиться, можно уже, в принципе, гробы уже готовить. Да, я уже подготовил. Понимаете, да? Как? Вот чё? Обожаю. Чё это было? Чё, как он убил? Ебаная игра. Ну чё, работаем, Хаус? Работаем. Блядь, ёпэм. За Хаус. Я не хочу туда идти.
Я не хочу. Надо. Я тоже. Не, чё, не полная херня. Ой, сори. Слышь, еблон, давай отсюда стрясим. Серьезно, работает. Работает. Я не хочу работать. Зачем? Нам все заходим, все, блядь, я не остался. Ну, на хуй, забыли. С Новым годом, нет. Короче, я обвиняю печеньку в применении черной магии.